Привет всем, дорогие друзья, с вами Серега и Наташа. Привет. И знаете, я уже просто боюсь снимать, боюсь нажимать на эту зловещую кнопку записи, потому что у меня уже не записалось два ролика по КРМП. В одном ролике у нас не было звука, то есть я забыл включить свой скилловый микрофон, мы просто с ней базарили, а звука нифига не было. А второй ролик Бандикам, это известная проблема, просто в конце концов у нас крашнулся КРМП и Бандикам заживал видео, ну как старой пленкой, знаете, с магнитофона, и все, хана ему. Получилось реально два таких душевно классных видоса, но я на самом деле забыл, что мы в них делали, так что если что, мы повторим эти все действия, ну не прям, естественно, в той же самой позиции, но, ребят, я хочу вам сказать, что мы купили... Офигенный просто дом, только посмотрите квартиру на это. Еще. А, да, квартиру, ребят, на дом. Вау, вы серьезно? То есть так, да? То есть так, оно мне еще хп отнимает, да прикинь? То есть так, да? Блин, слушай, ну это прикольно, прикольно. Вот тут разрешено драться. Так что, ребят, это обзор квартиры, как вы просили. Просто обзор квартиры. Вот он мой пентхаус. Квартиру обычную купил, квартиру. Вот обычный туалет. А где ванна? Ванна. Ладно, ванну, походу, забыли немножко подвести, но... это получается трехкомнатная. Нет, это комната или что это? Или это два в одном... Это два в одном, короче. Ладно, двухкомнатная, ребят, квартира. Не особо дорогая, я уже продлил ее, получается. Получается. В смысле одна? А... То есть одна... А, ну, да. А это туалет, да? Ну да. Блин. Херово, что могу сказать. Ну, в принципе, ладно, однокомнатная квартира, нам больше не надо. Зачем она, в принципе, больше? Закрыл? Так, она закрывается сама. Так, в общем, ребята, жилой комплекс, дом номер 16, номер квартиры 3, владелец РГВ Серега и класс комфорт. Так что, друзья, если хотите, приходите, побухаем вместе с своими подписчиками на моей хате. Как бы мы раньше бухали, да, в GTA 5 на моей хате, но сейчас... Именно тут будем, как видите, я оплатил уже 30 из 30 дней, поэтому идем, друзья, вместе с вами на улицу. А какой из них мой? Ну, наверное, все же вот этот мой будет автомобиль. И, ребят, я купил себе хороший. Просто вы просто посмотрите на моего малыша. Что за говно на клавиатуре? Тихо, говно лежит. Вы просто... Она открылась, да? Нет, господи. Влог. Вы открыли двери транспорта. Вы просто, ребят, посмотрите на мою ласточку. Вы просто посмотрите. Давай я сразу ее закрою. Чтобы всякие воры... О, кто-то уже бежит. Кто-то уже бежит. Давай, чувак, давай, иди сюда. Пытайся. Давай, пытайся. Ну давай, 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 чувак. Ну, ой, пистолетом? Он с пистолетом! А чё? Она не едет? Она не ехала только что? Что написала? Может, подвезёшь парня? Он же меня убьет. Ага, конечно, чувак, мне не... он меня убьет, мне кажется. Думаешь? У него пистолет. Он черный, он пистолет, ну его нафиг. Что он черный? Он денег даст себе. Ой, куда я опять по полям поехал опять? А, да, ребят, ты меня еще про. Какой ты жестокий, чего хотел, чтобы ты его подвез? Че так медленно тачкает? Ладно, мне по полям, кстати, нельзя ездить. Мне сказали, типа, меня из-за этого посадить могут. Можешь меня? Ну, в смысле, он черный, Наташа, и у него и ствол. Что? Он меня убил я был, бы. Как ты просил, чтобы тебя подвезли. Он так же, бедный чувак. Ну, он со стволом хотя бы ствол бы спрятал, господи. Нельзя, если в этой игре прятать ствол, наверное. В смысле, можно, на колесико берешь и прячешь ствол. Так что, ребят, смотрите просто. Ты видишь, это такая ласточка. Ну, просто давай, посмотри. ИКМ! ИКМ, я думал, ПДР. Ну ладно, вот ты просто давай посмотри, езжай, посмотри, ну ты посмотри ну, на что нее. Смотреть? Ты посмотри какая на эту новая? Ласточку, да, чувак, давай. Пытайся. Пытайся, давай. Прикинь. О, да, 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 чувак, давай. Да, давай, давай, давай. Так, ладно, куда мы хотели поехать с тобой? Довези. Да, довези. О, он без да. пистолет, давай довезем бедного бомжика. Бедного бомжика? А меня никто да. не довезет. Ну ладно, он убежал. Он убежал, видишь, он не хочет, чтобы я увез. Ладно, давай, куда мы с тобой хотели поехать? Давай поедем с тобой. Наш капритон. Мы с тобой ездили. В мафию. А, да, ребят, в прошлой серии, в общем, мы хотели... Ну, точнее, мафию. Как в прошлой серии. К серии, которая не записалась, мы в ней. А ты что выбрал-то? Куда едешь? В смысле, вон на рынок поедем. На рынок вещички или что там еще можно взять, возьмем. На рынке только настоящий это опять он? Но он с пистолом. Видишь, он какой-то фейерверк аж пускает меня. А че так машина медленная? Я не забыл, как тут.
Может, это машина? Нет, тихо, это я заглушил. Нет, где? Ты чё? Это Жигуль, ты чё, знаешь, как он быстро должен ехать? Боже. Нет, он быстро должен ехать. А, вот это, что ли, рынок? И чё тут ещё-то интересного? Не знаю, написано рынок. Давай припаркуем куда-нибудь, это сюда плохо. Тачку. Ну, она закрыта. Она закрыта. Да-да, она закрыта, вот видишь? Она закрыта. Так, ну ладно, ребят, мы съездили на рынок. В прошлой серии мы, получается, купили дом, купили машину. Это все не записалось. А, ну еще мы там в зал немножко сходили. Какой рынок маленький. И потом поехали в русскую мафию, захотели вступить. Но, к сожалению, почему-то нас забанили. Продажа рыбы. Давай рыбку купим. Эй, за что? За что он нас ударил? За что меня ударил? Сом, что купим? 350 рублей. Давай сома купим. У вас нет данной рыбы. А, я вот тут... это продают, что ли, тут или что? Да. А, продажа грибов. Тут, короче, видишь, да, приезжаешь, да, типа, и продаешь. Ну, в смысле, я там гриб какой-то собрал, но не хочу его продавать, он классный. Я не собрал. Смотри, это что за фильмы? Звездная пыль, серьезно? Симпсоны? Ночь живых мертвецов, господи, это какой тут год, ребят, вы что, серьезно, что ли? Так, бытовая техника, пошли себе компьютер купим. Давай, мощный компьютер, в IT, магазин 2417, 7-11, то есть, да? Так, наушники, шлема. Мы тут вроде были, да, получается? Ну, мы тут телефон покупали. О, кола стоит. В бизнесе недостаточно продукции. Тут, короче, нифига. Вот, то есть, вот это все, это, походу, муляжи стоит. Потому что в бизнесе недостаточно продукции. Поехали в эту мафию. А тогда вроде не получилось. Ну, мы вылетели как раз на том. Блин, я не хочу туда ехать. Вдруг опять вылетит. Ну, нахер эту игру. Я только поехал туда в мафию и... Давай в другую мафию. Давай итальянскую мафию. Это все из-за русской мафии. Да ладно тебе, что. Давай посмотрим, какие еще места можно съездить, посмотреть, потому тут что... ничего больше нет. Наркопритон, ну мы там были, в принципе, давай. Маршрутки, автошкола, полиция. Все. Надо ездить в полицию, сказать, чуваки, я ютубер, по фига у меня заблокировали. Спортивный зал Южный. Ну, в спортивном зале там ничего интересного нет, он как-то не качается и как-то без всего почему-то двигается, я не знаю почему. Рыболовочный магазин, магазин-клуб. Вот что за клуб? Давай хоть в любой клуб съездим. Давай. Давай, вот это близко клуб, надеюсь. Ну, потому что я хочу посмотреть, какие тут клубы. То есть, в Сампике клубы были. Там, в принципе, ничего, ну, недалеко. Ничего интересного... Мышка лагает. Ничего интересного не было, и... Тут как бы... Так что, ребят, кстати, там еще на прошлой серии чувак такой интересный помог, то есть у меня не было ни дома, ни машины, он нас, меня подвез, спасибо ему, конечно, огромное, к сожалению, это все, это, сей добрый поступок не записался, крашнулся, я надеюсь, это видео запишется, знаешь, я, наверное, сейчас буду молиться, чтобы видос поскорее записался, серьезно, потому что, блин, столько красных точек, столько домов, откуда тут, ребят, столько мажоров, тут что, настолько валюта, что ли, игровая? Машины классные. Наташа, у меня 120 тысяч. Вот если люди прокачают мне рефералов, то есть они зарегаются в этой игре, укажут, что я их позвал в эту игру, прокачают до какого-то третьего левела, и мне дадут тысяч, сколько, 100 тут рублей, то да, будет... Чувак, ты немножко не по правилам ездишь, ну ладно. Опять ты нарушаешь, Сережа, езжай по дороге. Ай, блин, такой еще, кстати, эпичный момент был. В смысле по дороге? Тут вроде по дороге очень долго ехать. Ну ладно, давай, в принципе, по дороге поеду. Ну тут как бы, ребят, понимаете, тут РП, это мод такой, где нужно реально все делать все по правилам. Потому что вас могут то заблокировать, то еще какая-то залупа может произойти с вами. Поэтому тут нужно ездить очень сильно по правилам. Чувака, розовый Жигули, чувак. Блин, это прикольно, конечно. У меня ограничили, вроде стоит, я больше не буду ездить. В принципе, неплохо так ездить. Давайте, ребят, мы ездим по правилам, мы законопослушны, мы не нон-РПшники. Хотя, знаете, я всегда был нон-РПшником, ну именно в Сампе, и это было, ну, действительно интересно. Давай сейчас хотя бы в этой игре я попробую действовать как бы по правилам. За телефонную связь, состояние банковского счета 0 рублей. Ребят, я безработный, зачем мне в этой игре что-то делать? У меня есть рефералы, которые качают аккаунты. И мне дают деньги в этой игре. Я могу быть жиголо или альфонсером в этой игре. Я в русскую мафию как раз таки приехал, смотри. Русская мафия? Да, мы тут были. Russian мафия. Смотри, какие у них тачки, ты просто посмотри. Тут нельзя, наверное. Ой. Они не вырежут мою семью? Надеюсь, нет. У тебя нет семьи, Сереж. А, да? Во, это что, сюда входить можно, да? Нет. Давай попробуем. Тут, мне кажется, склад оружия какой-то. Помнишь, мы тогда заехали, там был какой-то склад оружия? Смотри-ка, ничего себе. Вау, я думал, это, короче, карта типа по ограблению банка. Ну и что тут делать?
Так, и что это? Вы не стоите в мафии. Видишь, тут как-то нам в мафию надо вступить. Прикинь, тут, короче... Давай войдем ребят, мафию. Ну, в смысле, пусть они напишут. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментарии, как войти в мафию. То есть, куда ехать нужно, чтобы так войти в мафию. Же. Или, может быть, из моих подписчиков, ну, в смысле, там есть склада, Наташа. Понимаешь, это склады с мафией. То есть, склады с оружием, просто их мафия. А как, ребят, напишите, пожалуйста, как именно вступить в мафию. Мы с Наташей обязательно вступим. Может быть, кто-то играет на этом сервере и примет МС Серегу в Russian Mafia. Тут нету дороги, Наташ. Вот, понимаешь, это Лиси. Понимаешь, это тоже дорога, как бы. Это Россия, понимаешь, тут больше таких тропинок, чем дорог. Вот ты никогда, там, не знаю, строителем не ездил, там, на рыбалку, в лес куда-нибудь. Вот как раз, знаешь, такая вот дружественная обстановка. То есть ты едешь по какой-нибудь поляночке. Такая атмосфера у тебя душевненькая, комары в жопу кусают, и так вот ну, в смысле, это реальность, понимаешь, глушится постоянно твой Жигуль, то, что ты не можешь проехать, у него недостаточно кубов, лошадок недостаточно, да, походу, я немножко, блин, надеюсь, меня опять не посадят в тюрьму, не садите меня в тюрьму, пожалуйста, это ж Россия, ребят, как раз-таки на Жигулях люди разъезжают по таким полям. Это реально круто, это реально круто, то есть, ну, тут GPS, знаешь, был бы стандартный, то есть, который именно показывает, как по карте ехать, я понимаю, что я могу заблудиться, я не особо понимаю. Прикинь, там еще показалось бы, поверните налево, поверните направо, ну, мне кажется, прикольно было бы, чё. Но я как бы подкидываю идейки, но, походу, это невозможно реализовать, потому что, мне кажется, админы давно бы спокойно реализовали то, что по микрофону можно было бы общаться. Ну, как я тебе заеду, у меня что, по-твоему, черная молния? Я не верю в чудеса, но летит машина прям в забор. Она же зарется из себя, потом новая попасть. Она уже дымится, что за фигня? Молодец. Ничего страшного, у меня руки не жопы, сейчас починим, не сын. Мне самое главное, что игра, я серьезно, при каждой теперь игре в криминальную Россию буду молиться, чтобы у меня бандикам не завис, точнее, имею в виду, криминалка не вылетела, потому что, ну, действительно, может быть, делаем что-то интересное, получается какие-то интересные действия, а восстановить видео не получается, потому что я в MP4 записываю, понимаешь, там AVI можно было бы как-то формат восстановить, а именно MP4 не получится, к сожалению. О, велосипед чей-то, ладно, оштрафован, ой, извиняюсь. Я думал, она зависла! Обосраться можно, о, господи, я думал, что игра зависла, как она прям как в тот раз, понимаешь? Так, давай припаркуем. А куда мы приехали, я забыл? В клуб приехали. Закрой. Она закрыта. Закрой. Так, ладно, мои умелые руки починят. Так. Да, давай, смотри, сейчас починим. Чинись, сука, Серёж, чинись, блядь! Чинись, сука! Да иди ты. А как еще можно Жигули ремонтировать? Как-то по-другому, что ли, можно? Что? Клуб можно купить? Чтобы войти, видите, 800 тысяч. Не, у меня нету 800 тысяч. Так, что там было написано ввести? ЕНТБ. 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 Блин, клуб у меня, ребят, 800 тысяч, к сожалению, нету. Вау, это дискотека века. Хей, диджей. Давай, короче, давай, накатим. Вода, какая вода? Пивасик давай. И что это за фигня? Почему в этой игре не реализованы действия? Почему он... Господи, он... Просто, то есть то же самое, ребят, мы ходили в этот, как его, спортивный зал. Он просто там воздух поднимал, и шея у него вот так вот изгибалась. Что это за дела? Это дискотека века. Дискотека века. Водка. Давай-ка к русский водку будем херачить. Надеюсь, я в отрезвитель сейчас не проснулся случайно. Давай, мы русские! За русских! Да, у меня будет много рефералов. Да, хей, диджей! Битмейкер! Хей! Подпевай! Патимейкер! Хей! Я как долбоёбная. Ну ладно, ничего страшного. Оху-ху! Да, мир веселее под алкоголем, походу. Ну, игра это точно. Давай, короче, за руль. А это что, он типа пьяный? Ты здесь еще видишь, экран трясется? Нет, а это, я, думаю, это я мышки трясу. А Наташа. Я думаю, что это за херня? Вау, но я не верю в чудеса, но летит машина. Это он сам стол. Так делает? Ничего, видишь, я не делаю. Ты сам... Господи, ты посмотри, как тачка трясется. Интересно, а я бухой, ребят, а прикинь, сейчас на меня ДПСники нападут. Так, ладно, хорошо, а что ты, куда еще можно поехать? Давай посмотрим, GPS. Закрыл, кстати? Да, я закрыл. А, нет, открыто. Нет. Закрыто. Смотри, видишь, вот тут написано. Close, open. Запоминай.
Так, GPS. Давайте развлечения. Все же мы бухие, надо в развлечения. Да там записываться нужно в эту херню. Казино, мы, да, это неинтересно. Развлечения. Давай еще что-то посмотрим. Работа для новичков. Какая нам работа, господи. Мы безработные. Организация. Армия. Ой, не, спасибо, не надо. ФСБ. Итальянская мафия. Что такое якудза? Тоже мафия. ОПГ. А ОПГ что такое? ОПГ что-то знакомое. Да я знаю, что такое ОПГ по приколу. Давай, недалеко ехать. А, не, недалеко, смотри, рядом. Что за ультразвук какой-то начался? Странно. Ну ничего, ребят, у нас же... О, смотри, а он как-то... Капот откуда-то появился. Так, стоп, я по правилам еду по этой дороге, да? А, ну это сплошная, в принципе. Могу пересекать сколько хочу. Так, тихо, стой. Не нарушать правила? Давай по правилам, меня не оштрафуют, если я сделаю так вот. Сережа. Тебя оштрафовали. Меня оштрафуют. Прикинь? Нет, видишь, не оштрафовали. Бар какой-то. Это я только что отсюда, что ли? На, а что, меня уже отпустило, что ли? Это оштрафовали за то, что я превысил скорость, видишь? Скорость, 61 превысил. Ты переехал, Сереж, ты куда? Опс. Ну, эта машина, понимаешь, она рвет с места под 300 километров в час. Поэтому невозможно сразу так быстро взять и остановиться. Да. Так. О, вот это советский автопро. И что это такое? Давай войдем в это здание, посмотрим. Смотри, наши русские гаражи, ты посмотри, капец. Это как будто реально с моих гаражей срисовали. Давай, они что, они, ребят, реально везде, что ли, одинаковые? Давайте. Мы же бухи. А, ну он уже не бухой. Че он так быстро отрезвел? Ну, русский человек, сразу видно. От водки просто отрезвеет, просто очень быстро. Так, и что это такое? Какие-то бутылочки, лимонад висит. О, вау. Это ОПГ, это тоже мафия какая-то. Видишь, это тоже склад с оружием, да, какой-то. Давай вступим, а? Я не знаю, как, Наташа, вот ты так легко. Мы же в тот раз почти вступили. В смысле, тогда не вступить, мы на тот же самый склад тогда приехали. Нет, что, не видел там? Нет, там мы именно... Мы просто зависли. Нет, там был тот же самый склад. Мы приехали сейчас на то же самое место, просто в другом. Все, влог, вы закрыли. Давай посмотрим, что еще где поразвлекаться, что ли, можно. Организация. Ой, вот это, видишь? Вот это из мафии, чё. No, please, I'm not Russian Mafia, please. Я так больше не буду, нет. Открывайся, выходи. Беги. Я так больше не буду, у меня нет хп. За что тебя хочешь? Это мафия, я на их районе, нет. Я впадался в бега. Это мафия, понимаешь? С тобой бегут. С ними шутки плохи. Как тут присесть? Тихо. Видишь, они серые типа на карте, да? Тихо. Даже тихо. Нет. ХП нет. Они должны меня спалить. Это, ребят, это с мафией шутки. Это, ну, это точно нахрен не русский. Суконг, если есть мы? Что? Что такое суконг? Суконг, если есть мы. Я не знаю, может он не тому. Это не мне, наверное. Это он к тебе подошел, написал. Ребят, это потно. И что теперь без машины делать? Не знаю. В игру, наверное, перезаходить. Что ты от них убежал? Тебя бы они тебя убили, а ты оказался в больнице. Моя мама. Они взорвали мою тачку. Блядь, дайте мне нахуй Оскара. Сереж, блин, иди, пускай они тебя убьют, и ты в больнице окажешься. В смысле, в больнице там еще часто уже торчать дурочка, чтобы лечили тебя доктора. Лучше наоборот, как-то продукты, может быть. Эй, ларек, откройте. Это мафия. Эй, тихо, не трогайте меня, у меня хп нет. А чё он закрыт-то? Никак сюда войти. Эй, ларёк, Марёк. Ну просто взял и проехал. Как ты прям. Они взорвали мою тачку, друзья. Я должен им отомстить. Я собираю людей, чтобы дать им пизды. Так что собирайте все стволы, берите все стволы, что есть, берите все тачки, берите всех женщин, которые у нас только есть. Подъезжайте к моему дому в 3 ночи. Завтра в 3 ночи все к моему дому. Собирайте все гранатометы, пушки, танки, если получится вертолеты. Мы дадим им пизды. Они поплатятся за то, что убили мою тачку, они поплатятся, они долго будут страдать, мы взорвем их дома.
Мы уничтожим их машины, мы оттрахаем их женщин. Боже, что ты несешь, господи. Ладно, ребят, все отменяется. Мне запрещают это делать. Боже мой, не стыдно за тебя. Друзья, в общем, мы дали им пиздюлей, и они вернули мне мою тачку, всю целость и сохранность, так что вот она, красоточка, стоит. Они извинились, сказали, так больше не будут. Молодцы, ребят, правильно, правильно, мы б натравили на вас танки, мы б натравили на вас еще много разной фигни. Давай закроем. Ну куда ты меня толкаешь? На меня на вебке не видно будет. О, господи. Ну так и надо меня толкать. Чё ты сказала? То есть я тебе не нужен? Нет, нужен. О, господи. Кому ты нужен? Ну я же тебе не нужен. Это женская логика, ребят. Не пробуйте ее понять. А вот, ребят, и мы, короче, решили поехать в наркопритон. Ну, потому что нам сама туда, наверное, фиг его знает. Ой, ты что, это цветочек, что ли? Я думал, его сорвать можно. И как все заехать? Когда МС Серега видит трамплины, он не может перед ними устоять. О, боже, давай нормально, без этой херни. Пара-пара-пара-бам! Чанда, побот! Ну что это за фигня была? Слышь, ты, зайдите на ее стрим и посмотри, как она там себя неадекватно ведет. Или на мой прошлый стрим зайдите, посмотри, как она себя там неадекватно ведет. Такая умная дофига, что ли? Так, где наркопритончик? Где он? Это где? Ты просто посмотри, окошки забиты, что это такое? Дверь закрой. Они закрыты. Учка ты моя. Вау. Вау. Ты посмотри, что это за таблетка. Ты посмотри на нее, куда ее сувать нужно. Это таблетка, куда ее сувать надо, объясни мне. Как такую таблетку проглотить? Может, они ее в жопу суют все друг другу, и это им прикалывают. Ты посмотри, какой сорт. А это что такое, что за баллоны? Так, а ну-ка. Ну-ка, напля катится. Покупка наркотиков? Ведите... Почему обязательно состоять нужно в ВПГ мафии? Объясни мне, чтобы купить наркоты. Она же вот передо мной. Ну ты просто посмотри, а если можно было просто взять это и взять? Ну смотри, вот это паланга банка. И тут еще банки всякие грабят. Так, ну и что, и куда еще можно съездить? Тут рядом зал какой-то есть. Можешь людям показать, как он это, текстурки поднимает? Как давай. Думаешь? Давай покажу. Я так понимаю, лицензию. А может можно как-то лицензию на оружие купить? Давай сначала в этот съездим. Может там лицензию на оружие можно купить? Потому что я. А что это такое? Так это наш танк, который мы бомбили. Да нет. Так. Влог. Закрываем, ребят, нашу тачку, что всякие. Очень дофига смелые чуваки не попытались у нас ее украсть, но не зря это делают, потому что. Мы потом приедем и дадим им люлей. Так, оружка, окей. У вас нет лицензии на оружие. Слышь, вы, где его купить, это лицензия на оружие? Ребят, пожалуйста, пишите в комментариях, во-первых, как вступить в мафию и как купить лицензию на оружие, потому что, ну что-то я не знаю, мне лень всяких хелпы читать, мне как-то по кайфу больше комментарии ваши читать. Давай затюнем нашу тачку, давай затюнем нашу тачку, открывайся. Корыто, господи. Настоящий Жигули открывается, когда его пинают. Давай. Давай ее затюним, а? Мы же пытались в тот раз. Так, тогда у нас не было дома, и у нас не своя тачка была, я ее арендовал. Давайте. Alt. Нажимаю Alt. Диски. Зачем тебе диски? Хотя, зачем? Азот можно купить. Азот X10. Я покупаю. Я же... Эй, 60 тысяч? Обосраться можно, серьезно? Удалить гидравлика. Вообще! Вообще, ребят, погнали. Ты просто посмотри теперь на эту малышку, посмотри. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля, смотри. О, боже. Ты чего, это вообще классно. А тут шлюх нету? Та-на-на, нету. Посмотри, но тан та да дан тан тан та да дан тан. Я на этой штуке вообще могу очень много зависать. Я очень люблю на тачке кататься. Сережа, поехали. Подожди ты, смотри, как он маленький. А теперь ты просто посмотри теперь. А где? Угу. Не понял. И что это? Что-то нифига не понял. Эй. Что? Ну-ка. Что-то изменилось? А как нитро включать? Эй.
Я поставил нетруху, меня обманули. Ладно, фиг с этой нетрухой, мне тоже в комментарии напишу. Вы просто теперь посмотрите, как можно теперь кататься. На. Это классно, ты посмотри. Поехали в спортзал. Настоящие мужики любят тюнинг. Ты просто ездишь? Почему бы нет? Стоп, а где спортзал? А, вот он. Ты же посмотри, как это классно. Да. Если вот он, где он? Да я вижу. Так, ребят, сейчас мы вам покажем еще спортзал, как тут себя ведет. Это очень забавно, на самом деле. Так, чтоб мою тачку не угнали. Кстати, интересно, ее просто вот так можно, что ли? Вот, посмотри. Эта тачка быстрее. Эта тачка быстрее едет, если на веревочке катить. Люди. Какая классная черная машина там стоит. 200 рублей, кстати, стоит вход. Так, вот, ребят, короче, посмотрите. Это за место груши для настоящих суровых русских мужиков. А вы не переоделись, господи. Не обязательно нужно состричь себе косичку. Почему тут везде этот Макдональдс? Он даже у меня дома, этот Макдональдс, присутствует. Так, ладно, ребят, ладушки, переодеваемся, select. Отлично. Почему обязательно, чтобы для тренировки переодеваться, тебе нужно, тебя должны стричь и всякое такое фигня. Смотрите, ребят, короче, сейчас мы вам покажем приколюшку. Вот просто посмотрите на это, то есть, посмотрите на его шею, во-первых. И посмотрите, что он собирается тягать, я вообще не понимаю. И он просто делает один подход и... Ой, связки не потяни, дружок. Походу он что-то... Видал? Так задумано, что ли? Он что, демон, что ли? Эй, давай на беговой дорожке. Помнишь, смотри, как он упал? Смотри. О, какие тяжелые перчатки! О, не-не-не, как тяжело, смотри. Ох, ща как подыму! Уёб твою мать! Не-не-не, ну нахер! Лучше в Warface поиграю. Давай на беговой дорожке. Да, ребят, смотрите на беговую дорожку. Нет, не крашься. Да еще раз, погоди. Просто посмотреть на это. То есть он только на нее посмотрит, она же не начинает двигаться. Он зависает и сразу падает. Я честно не знаю, что за фигня, почему тут ты до сих пор. Почему тут до сих пор не пофиксили эту шнягу, но. А, ну давайте как настоящий спортсмен. Бой со стенкой. Это, ребят, за место груши. А нельзя выйти в трусах на улицу так? Можно. Попробуй. Я не хочу. В смысле, можно, я знаю. Я не хочу быть лысым чуваком. Ну блин, мне вот это. Мне его косичка больше нравится. Ну там боевые трусы. Это шорты, а не трусы, если ты не в курсе. Какая разница? В общем, ребят. Кстати, обязательно запомните мой дом, я показал вам в начале номер квартиры. Можете, ребят, приходить ко мне, обязательно приходите, снимем с вами видос. То есть без скайпа, без всего, просто придете ко мне, напишите типа... Серега, погнали в клуб или еще куда-нибудь, покажу тебе интересное место. Я сяду на свою тачку, вы сядете в свою, ну или можем ко мне завалиться. И поедем всей толпой играть. К сожалению, я, наверное, не смогу написать вам, когда буду играть. А может быть, в ВК буду писать. Так что вступайте в группу ВКонтакте. Также обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылки, друзья, есть обязательно в описании. Загляните на все. С вами был Серега и Наташа. Пока. Удачи всем, друзья. Всем пока.